Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть The Last Man Survivor. Некромант. Операция возмездия. Жаркие пески. Погнали. О, сновидение. Но урон-то хороший. Смотри, косарь выбил. Ну, кстати, 17 килограмм может носить. Я еще перчатки взял другие. В общем, проблем с перегрузом вообще нет. Он просто легкий, как перышко. Порхает, как бабочка. Жалит, как вот помойная муха вот эта. Да, но когда противников будет много, это вряд ли впечатлит. Хоть кого-то. Тут надо что-то по площади. Смотри, у меня магическая защита уже 75. Да, но так много, конечно, противников не убьешь. Они появляются пачками, а ты выносишь только троих. И то не всегда. Ну, надо смотреть, может, мультистрайк какой-то будет. Давай, траванем их всех. Сейчас соберем толпу. Дядь, ну ты это, давай. Ладно, за книжки тогда. Да, тут что целься, что не целься. Давай череп страж. Наверняка шляпа какая-то. Ну, поэтому и возьмем. О, многозарядная атака, ну конечно. Давай еще многозарядный. Надо больше снарядов. Ну хотя бы штук 10. Размеры черепков. Не, дай пока скорость атаки. Блин, ну неплохо. Он там мух ставит. Давай еще скорость атаки. Портал. Погнали. Нужны ресурсы. Ресурсов нет вообще нифига.
Злая какая собачка. И быстрая. Я уже говорил, что у персонажа вообще никакого нет перегруза. Он легкий, как перышко. Я думал, некромант все-таки должен поднимать нежить, а не какие-то там эти непонятные просто снаряды нарисовали. Вот весь некромант. Ну, конечно, разработчики не запариваются. Ну, они думают, ну а что, а ты так схаваешь. Че париться тогда? Ну это хорошо, что здесь все-таки врагов много. А дополнительные черепки-то тут будут? Размеры черепков. А кроме размера черепков-то что-то есть? Вместо лечения, которое так нужно, предлагает мне какую-то фигню. Два кристалла. Ну кто там такой смелый до хрена? А тут нигде вообще не пройти. Ну, здорово просто. Только размер черепков, что ли, меняется? Ты чего? А урон там, количество черепков, скорость вращения, просто размер черепков. Ну, это просто лютейшее говно какое-то. Они же не все время крутятся-то. Они исчезают, ну какой-то кулдаун. Но тут много показателей, которые можно подкрутить. Не, ну врагов, конечно, лютое количество.
наконец-то. 2 к числу, но минус 20 урона. Пляска смерти. Ну, сейчас почти 5 черепков сам наводящихся выпускается. Пять корон, давай. Не, пусть он сам направляет. Я, по-моему, направляю просто неправильно и неэффективно летит. Так, кулдаун уменьшил. Если еще, наверное, уменьшить кулдаун, то почти все время будет крутиться. И так уже интервал не такой большой. Надо сходить рог забрать. Мочи его. Главного злодея. Кстати, рок, посмотри. Месть духов. Давай возьмем. Сделка со смертью. Да, огненный метеорит что-то куда-то хреначит. И неплохо.
Блокировка 60%. Блокирую все. Так далеко находится сердечко, просто охренеть. Шанс на блок все растет, растет. И это очень хорошо. Рок, конечно, далеко находится. 537 метров. Ну и далеко от сердечка. Надо двигаться. Ладно, пойдем награду какую-нибудь поищем. Кстати, хороший, какой урон, полтинник. Надо бутылку засосать. Урон 7 единиц. Очень смешно. Ну как-то неравноценно. Тебе предлагают выпускать на пол черепа больше. Ну, сейчас 4,5 плюс 0,5. Ну, 1/9 увеличит. А там урон увеличит не то, что на 1/9, а вообще на 3 копейки. Ну, где там остатки-то? Как так можно такой баланс сделать? 250 золотых. Ай, смешно, смешно. Только траванем тут всех. Нет, так это не делается. Ну ты будешь, нет, ломать. Нет, не будет. Еще два черепка. Давай. Волшебник в какое-то безумное количество.
Ну, давай урон здесь. Не будем рисковать. Просто выпьем бутылочку. Ну, маги просто мерзавцы. Эта фигня в них не летит, даже если ты указания даешь. Там свой. Какой-то порядок определения цели. Двойное применение. Давайте. Подъели бутылочки. Пять с половиной черепков. Тут статуя, что ли? Удивительно. Я думал, их вообще мне не поставят. От одного черепка-то они не погибают. Ну, у них получается хп там 150, наверное. Так, область поражения. Да, хорошо бутылки восстанавливаются. После того, как я в дереве навыков там это прокачал. Притом там еще качать и качать. Надо к кругу сходить. Хотя сначала надо сердечко. Так, магическая защита. 90%.
Да, его без поражения. А мы что можем? А, ну если ему прям прилетают эти зеленые черепки, то, конечно, он получает урон от дохренища. Шесть черепков. Давай, яда. Все, сейчас сходим, рок возьмем. Магнитик я не качал. 6,5. Ну-ка, ну-ка. Минус кулдаун. О, почти полная хпшка. Выше нос. Ну, отнесем 6 левелапов. Ну, давай урон. Давай траву. Давай скорость атаки. Давай двойное применение. Давай минус кулдаун. Давай длительность. Нет, скорость атаки. Это все. По-моему, обманули, не 6 было, а всего 4. А хорошего и того меньше. Так, за сердечком. Так, кристалл надо забрать. Да что-то мало. Кристалл. Надо 1500 набрать. Привезли редкие штуки. Давай физическую защиту. Да, он выпускает, конечно, огромное количество этих уже. Еще бы дальность. Но если они все находят цель, они исчезают, то, конечно, шикарно. Ну пойдем посмотрим, может что интересное предложит. Просто веер из черепков. Вообще тут не так мало опыта позади, надо забрать. Ну так, полоска заметно двигается.
Я всегда думал, что это прям настолько копейки. Ну, вроде нет. Хорош. Ну-ка, вот этого волшебника проучи-ка. О. Так, ему. Урон, это сильно, конечно. Зелье берсеркера. Или берсерка. Скорость атаки. Тяжелая болезнь. Это то, что ждет нашего врага. Физическую защиту возьму. Радиус не буду брать подбора. Буду собирать по монетке. Скорость атаки. Нифига себе, какое большое количество противников. Что-то они разозлились прям. Да и скорость передвижения. Даешь левелап. Несмотря на всю мою защиту. Радиус отравления.
Да охренеть, что такое-то? Что так много элиты? Потерял уже сердечко. Смотри, тут сколько лечения. Хренак. И все. Вроде мои черепки-то мощные, почти 1200 сносит. Я не могу вот эту толпу раскидать. Или все им добавляется? Наверное, все им добавляется. Это единственное объяснение. Разумное. Таким изменением. Так, скорость. Ну да, добавляется. Просто тупо добавляется. Тридцать секунд. До черового короля. Ну-ка, скорость. А черви-то это такая себе масть. Полупокерская. Король, ты об этом знаешь? Рассыпается на сотни червей. А, не те черви. Которые ползут в разные стороны. И закапываются в песок. А потом они восстановятся, как в фильме «Терминатор 2». Мы это уже видели много раз. Что это? Что значит что? Нравится? Это существо тоже создал я. Кстати, своим пробуждением ты тоже обязан мне. У нее смех напоминает кандидата в президенты одной из замечательной страны. Что? Харон, ты снова пробудил людей, которые спали вечным сном? Но зачем? Поспали несколько тысяч лет, и хватит, пора вставать. Лилит, у тебя есть прекрасная возможность исправить мою ошибку. Иди убей его. Что, Харон, ты сошел с ума?
Чтобы уравнять ваши шансы, отниму часть твоей силы, Лилит. Извини. Отрезает рога Лилит и бросает их на землю. Все, уже не смеется. Трогает обрубки рогов на своей голове. На глазах выступают слезы. Ну я же одна из вас. Я одна из вечных. Извини, Лилит. Так надо. Пока он спит, я здесь главный. А сейчас убей этого человека для меня. Для всех нас. И зачем-то закапывает рога Лилит поглубже в песок. Мы отняли силу у Бога и заточили ее в этих людей. Мы жили тысячи лет, не зная смерти и болезней. Разве это не та жизнь, о которой мы всегда мечтали? Зачем ты все разрушил? Потому что я не хочу быть одним из вечных. Я хочу быть новым Богом. И толкает Лилит героя. Хватит слов. Убей его. По-моему, она еще слабее, чем я ожидал. Король червей — это какой-то полупокер. А это вообще безрогая. Ну, кстати, здорово она сделала такой коридорчик. Молодец. И луч смерти направляет. Вот это красиво. Это грамотно и четко. Хвалю. Лилит, здесь рог где-то. Мне надо забрать. Погоди. Ну, тут левелапы и все дела. Погоди, погоди. Пойдем вместе. Фигню какую-то тут предлагают. Урон. Давай скорость. Радиус управления. Здоровье. Пойдем к сердечку. Лилит, я жду тебя. Все истекает кровью. Создатель, прости нас. Мы стали жертвой своей гордыни. И умирает. Вот так вот. Смотрит на тело Лилит. Отлично. Теперь можем спокойно поговорить без свидетелей. Может, мне стоит теперь убить тебя? Не торопись. Сначала выслушай. Ты помнишь Вечный Город? Помнишь долгую войну? Да, это последнее, что помню. Вы захватили Вечный Город, убили множество людей, вы пели песни во славу Создателя, и он услышал вас. Но что вы знали о нем? Создатель все время погружен в глубокий сон. Это Ктулху, что ли? Он не принимает участия в жизни мира. Он просыпается раз в миллион лет с одной целью – устроить апокалипсис. Кстати, есть апокалипсис, а есть Армагеддон. Апокалипсис вроде как откровение. А Армагеддон — это вот уже после. Уничтожить мир и создать его заново. Вы его разбудили, он уничтожил мир. С помощью небесного огня убил всех людей и должен был убить вечных. Но мы оказались хитрее, мы выбрали 12 самых стойких людей и провели ритуал. Мы лишили создателя его божественной искры и разделили ее между людьми. Этих людей мы погрузили в вечный сон, один из них ты. Ты жив только благодаря вечным. Мы спасли вас от апокалипсиса, а теперь пора сделать следующий шаг. Давай соберем остальные части божественной искры и сделаем тебя полноценным богом. А я буду твоим скромным консультантом. Ты имеешь в виду, что я должен убить остальных 11 выживших? А ты довольно умен. Да, это так. Но у тебя нет выбора, только так ты сможешь повернуть время назад и восстановить человеческую цивилизацию.
Я должен стать богом, совершив чудовищную жертву? Да, только так. Других путей нет. Идем мы в гнилой топе, это прекрасное место. Все закончить или начать? Солнце снова мерцает, темная фигура исчезает, никаких следов на песке. Новый навык. Ледяная нова. Доступ к прохождению жаркие пески в сложном режиме. А следующая локация? Камин-сун! Камин-сун, ну чё такое? А этого как открыть? Убейте Василиска. А я его типа не убил. А кто это такой-то? А он Камин-сун, правильно? Ой, как хитро. Пройдите жаркие пески в сложном режиме. Убейте мрачного ворона в наборе клоуна. Сапоги, одежда, шапка и перчатки. 3000 золотых. Ну это надо сделать. Как-то так. Что у нас тут? Длительность действия зелья. Хренак. Длительность действия зелья. Ни хренак. Дальность атаки. Ну ладно, давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал на Рутюбе. Там тоже оставляйте комментарии. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.